Здорово, Лимонсов, Антон Лимон, и сегодня мы будем играть в Beyblade, а именно вот такими волчками, моими волчками, они конец в такой коробке. На какой арене мы будем сегодня играть? На этой? Не. Может быть, на моей любимой поломной? Не. Это все фигня. Знаете почему? Потому что сегодня у нас Big Stadion. Ребята, он очень классный. Вот, посмотрите. Это очень большой стадион. Это оригинальный. Видите, вот оригинальный у Zenkin. Знаете, такой канал Zenkin? Это американский канал. И у него он есть. Обзор. Это арена. Вот просто у кого есть арена ТД? Видите, она намного больше. Ну что, ребята, откроем ее. Господи, я же... Ее можно купить в Украине. Так. Я при вас ее открываю. Опа. Народ. О, стоп, подождите. Дайте я... Уберу это. Вот он. Это огромный... Стадион, вот к ним еще наклейки, я после ролика наклею. Народ, ну как? Как вам стадион? Напишите в комментах, если они у меня включены. Я надеюсь, они у меня включены. Сейчас я достану лаунчер, и вот, все, достал. И при вас первый запуск. Я даже не знаю, но давайте первые вот эти два волчка сыграют. О, я даже не знаю, я сейчас... Мне страшно. Ну ладно. 3, 2... Боже! Как классно! А, взрывной финиш! О, взрывной финиш Юниан Ахиллеса. Сейчас. Judgment Joker выиграл. Ё-моё. А ну-ка давайте Гая Драгона запустим. Просто. Просто так запустим. Блин, опять отлетело. Я сейчас. Ну, Гая Драга классно гоняет тут. А ну-ка, сейчас, секунду. Давайте-ка попробуем Виннинга Валькири. Хотя подождите, я не смогу его. Подождите. Ладно. Давайте черного Волтроека. Вот этого Виннинга. Проверим. 3, 2, 1. А, блин, взорвался. Смешно. Ну что, давайте тестировать против, не знаю. Давайте сначала проверим его. Сейчас. О, я знаю, кого мы сейчас возьмем. Так. Нашел. Чё, Зетов? Проверим, на что они тут на этой арене способны. Спайзен режим выносливости. Так, Ахиллес. И Ай Валькири. Выкинул, просто выкинул. Эта арена крутая. Так. Попробуем спайзена в режиме защиты. Тут Бэй могут раскрыть свой потенциал, как говорится. О! Вылетел! Ну куда? Ладно, давайте сейчас попробуем Эрейс против Ахиллеса. Ахиллесу поставим атакующий режим. Я давно мечтал тут поиграть на атакующем режиме Ахиллеса. Ну что? А, Ахиллес. Диабол взорвался. Я в шоке.
Вы только посмотрите. Так, давайте еще раз, потому что у меня плохой запах произошел. Прайм апокалипсис. Юнион Ахиллес. Да он просто... Юнион. Эта арена, просто говорю, она очень-очень классная. Попробуем эту бой. Что камера так не ловит? А, вот все. 3, 2, 1. Вперед! Вперед! Ну же, ну же! Боже, какая классная арена! Сейчас, давай. Да, Ахиллес проиграл. Попробуем против. Ну-ка, сейчас я возьму БФ. Попробуем сейчас возить семейство Экскалибуров. Попробуем, на что они тут способны на этой арене. Бастер! Так, Сёрдж Экскальбов... Сцена Экскальбов взорван. Класс! Просто супер! А сейчас попробуем один бой. Проверем тоже из мультфильма. Так, где... А, вот он. Виннинг Валькири и... Бруталуйна! Молодец! Убежал! Виннинг Валькири убабахал. Ой-ой, проблема. Бабах! Просто чистый бабах. Эта арена я повторять буду несколько раз. Самая одна из крутых. Сейчас. О, попробуем теперь семейство Фафниров. Так, возьму этот лаунчер. Извиняюсь. Так, Фафнир выбухнул. А, взорван. Лизард. И Дрейк. О, Фафни выбухнув. Да, все-таки Фаф не удержался и взорвался. Ну-ка, давайте визор вот этого. Это я так сильно хотел его сильно запустить. А ну-ка. Хилд Саламандер и Эмпериал Фониус. 3, 2, 1, go shoot! Саламандер в режиме атаки. Йо, вы видите, народ? Вот это стадион. Вот это больше называется стадион. Это крутой стадион, ребята. Саламандр не выдержал. И что у нас? То есть какая битва? У нас, наверное, будет сейчас биться Феникс и Лорд с Прайзом.
Вот спазен left spin. Левый режим. Я в шоке. Вас леопард! Вас леопард! Проверяем его на тест. А, два леопарда взорвались. Ничья? Вроде как ничья. Ну что? Теперь Вандер Валькири. Да опять Валькири. Она взорвалась. У нее слабая пружинка. Я попробую сейчас ее запустить с черным драйвером. Не знаю, какой будет результат. Но попробуем. Опять взрыв? Ладно. И я не знаю, давайте на какой-то последний раунд, наверное, сразим вот этих двух. Шторм Спразина и Валькирию. Посмотрим, на что эти два человека, два Б способны. Стоп, он не заряжает. Стоп, подожди секундочку. А, стоп! Минутку! Ой! Лаунчер не тот. Давайте, 3, 2, 1, вперёд! Валькири! Ну за что ты так со мной был проверен? Ну, это было неинтересный бой. Я так скажу. Давайте напоследок какой-то... Вот, Луинор и Сприган. Three, two, one, go, shoot! Go, shoot! Пишите в комментариях, какие вы хотите битвы на этой арене. Ну, а я с вами, наверное, буду прощаться. Да, ролик уже закончился. Кому понравился такой стадион, ставит большой лайк. И я буду клеить потом после арены, видео, эту арену, наклейки. С вами был Антон Лимон. Всем удачи, всем пока.